Здравствуйте! Вы на канале у Джулии Кири. Сегодня я хотела бы вам показать, как я буду заниматься пикировкой своих цветов. Это матиола и петуния. Матиола у меня вон уже какая большая выросла, уже пора ее пересаживать. А петуния была посажена эконом-классом в старые торфяные таблетки. Видите, к сожалению, сверху она покрылась белым налетом. Но это я как бы так думаю, это из-за старых торфяных таблеток. Но ничего страшного, мы ее пересадим в землю в новую, и там она будет хорошо расти. А пикировать мы всю эту нашу красоту будем вот в такие стаканчики бумажные. Видите, несколько штучек я подготовила заранее. Стаканчики такого не очень большого размера. Вот. Ну, для данных цветочков этого будет достаточно, чтобы выращивать здесь их как рассад. Сейчас покажу вам быстренько, как я делала эти стаканчики. Значит, берете любой журнальчик. Делаю я все на глаз. Журнал здесь у меня небольшого формата. Меньше А4. Вот. Делаю быстро все. Вырываю лист. Делю листочек напополам. И этот листочек делю еще напополам. То есть у меня из одного такого листа получается 4 стаканчика. Вот из этой бумажки будем делать стаканчик. Делим мы, складываем точнее на две части. И вот таким вот образом заворачиваем одну в другую. Тем самым у нас получаются вот эти вот стаканчики. Видите, очень быстро, не надо ни клея, ножниц, ничего не надо. Так как журнал, там бумага такая очень хорошая, еще плюс мы делаем двойным слоем, то в процессе полива, высадки растений ничего с ней не произойдет. И доделываем еще 2 стаканчика. Видите, очень быстро, буквально я там не знаю, за 1,5 минутки, а то и меньше, я сделала 4 стакана. Вот, пожалуйста. Опять же, размеры выбирайте сами. Чуть увеличите бумагу, будет большего размера. Чуть уменьшите бумагу, будет меньшего размера. Ну и, соответственно, добавляем к нашим стаканчикам. Далее, соответственно, заполнили все наши стаканчики землей. Землю эту мы с вами немножко проливаем. Вот так вот, по чуть-чуть. Будем, наверное, вначале с вами высадку начнем с петунии. Так вот, пролили, увлажнили. Все. Так, отставляем их немножечко в стороночку. Так вот, чтобы было видно. И возьмем вот так вот. Так, и возьмем нашу петунию. Такую вот торфяную таблеточку я вам покажу. Кстати, семена здесь я сеяла самые дешевые, которые купила. И как видите, очень хорошо они зашли. Зашли практически все семена. Вот так вот она выглядит. Чуть-чуть она, конечно, вытянулась у меня, потому что было недостаточно, конечно, света. Таблетку мы эту аккуратненько разбираем. Таблетка у меня была предварительно увлажнена. Видите, таблетка влажная. Для того, чтобы при пересадке мы с вами не повредили корни нашей петунии. Мы аккуратненько отделяем, и так вот мы будем делать небольшие дырочки, в которые, соответственно, будем сажать нашу петунию. И вот так вот мы ее высаживаем и по краям аккуратненько присыпаем землей. Вот таким вот образом. У нее, конечно, только настоящие листочки начинают появляться, но ничего страшного. Просто, если честно, не могу смотреть на ее состояние в этих торфяных таблеточках. Она бы, может быть, и ничего бы, если бы вот не было этого белого налета. Вот. Видите, какая красота у нас уже сидит и смотрит на нас. Покажу еще на одном примерчике. Аккуратненько мы это делаем, потому что она маленькая, корешочки нежные, видите, вот.
соответственно, также присыпаем ее со всех сторон. Так. Ну и таким образом рассаживаем оставшуюся петунию. Ну вот, я часть петунии посадила. Теперь займемся нашей с вами матиолой. Для этого, опять же, у меня земля предварительно была пролита, то есть земля влажная, для того, чтобы я легко могла ее извлечь отсюда. И аккуратно мы ее с куском земли по несколько штучек извлекаем. Таким вот образом. Так. Прям с комочком земли. Здесь у меня уже, видно или нет, начинает появляться листочек. Мы ее вот сюда вот с вами и сажаем. Соответственно, когда вы делаете пересадку цветов или овощных каких-то культур, всегда рассаду держите за семидольные листочки. Она меньше повредится. Лучше, конечно, держать за них, чем за стебель. Ну и вот так вот ее идите аккуратненько со всех сторон. Сейчас еще один вам покажу. Вот тут уже хороший, уже начинает второй проклевываться. Точнее, первый листочек проклевываться. Вот мы ее туда немножечко заглубляем. И, держа за семидольные листочки, подсыпаем недостающей земли. Таким вот образом. Немножечко уплотняем. Вот так вот, чтобы она держалась у нас. И дальше в таком же духе я продолжаю ее рассаживать оставшиеся. Ну и вот что у нас с вами получилось. Два рядочка петунии, вот это вот матиола. Вот, значит, сейчас мы аккуратненько побрызгаем на них сверху, прям вот, вот так вот, вот-вот, на каждый. И, в принципе, все оставляем, чтобы она здесь у нас росла. Вот, уход своевременный, соответственно, полив. По мере необходимости смотрите, нужна будет докормочка ей или нет, как она себя будет чувствовать. Вот, в принципе, у меня здесь земля хорошая, питательная. Вот, ну, можно будет недельки, если захотите, через две подкормить. На этом все. Если вам было интересно мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, а пока... Пока!